Здравствуйте, меня зовут Тимохина Анастасия. Я художник-реставратор реставрационной мастерской музея имени Андрея Рублева. Сейчас я расскажу вам об иконе «Спас нерукотворный» последней трети 17 века. Икона происходит из Ново-Иерусалимского монастыря. В собрание музея она поступила в 1988 году. Работы по реставрации над иконой проводились еще до поступления в музей. Как мы видим, основа иконы состоит из нескольких досок. Древесина сильно поражена жуком-точильщиком, и поэтому во время реставрации в правой части иконы была надставлена новая доска, и сохранившиеся паволока с грунтом и красочным слоем были приклеены к этой доске. Так как связь паволоки с древесиной из-за повреждений сильно нарушена, это приводит к возникновению аварийных участков, появлению трещин, отставанием паволоки и грунта. Поэтому каждый месяц в экспозиции музея проводится осмотр икон. Каждая икона тщательно просматривается. И если мы знаем, что у иконы есть проблемы, такие как у иконы «Спас нерукотворный», им уделяется особое внимание. Самым неблагоприятным периодом для икон является смена сезонов, когда резко меняется температура и влажность. Но в музее, в залах музея достаточно стабильный режим температуры влажностной, поэтому аварийные участки возникают крайне редко. Но если это происходит, с иконы проводятся консервационные работы по укреплению ливка с красочным слоем.